Кажется, почти в любой криминальной истории есть две стороны. Темная, на которой находится очевидное зло. Это преступники, посягнувшие на ценность жизни, игнорирующие законы и нравственные нормы. И светлая, на которой все те, кто этому злу противостоит и стремится восстановить справедливость, наказав тех, кто этого заслуживает. Но даже на светлой стороне, увы, нередко попадаются темные личности, чьи хладнокровие, высокомерие, жестокость и неуравновешенность могут привести к плачевным последствиям. Сегодня я расскажу вам о деле Дениса Евсюкова, бывшего майора российской милиции из Москвы. Его карьерному росту и репутации завидовали многие знакомые, коллеги и подчиненные. Однако трагедия в супермаркете ⁇ Остров ⁇ виновником которой он стал, моментально уничтожила, складывавшийся годами, положительный образ правоохранителя и надолго наложила негативный отпечаток на милицию в целом. Заранее скажу, что углубляясь в это дело, нетрудно потерять веру в хорошее. Но не стоит забывать, что среди сотрудников полиции и милиции всегда были и есть настоящие герои. А иначе с кого бы срисовали легендарных персонажей той же улицы разбитых фонарей? Казанцева, Ларина, Волкова, Дукалиса и других. Последний вовсе стал мемом, благодаря своей добродушной светлой улыбке. Именно этот портрет актера Сергея Селина украсит мой сегодняшний выпуск. А поможет мне в этом новый набор фотоконструктора от Mazabrik. Разбирать свою предыдущую работу с Леонидом Коневским мне не хотелось, и поэтому я решил приобрести еще один набор, еще больше, из цветной серии с бежевыми оттенками. Идеальный вариант, чтобы передать тепло и уют этого изображения. Мазабрик был придуман и производится в России. Все наборы от Мазабрик универсальны, поэтому в будущем при желании я смогу собрать любого другого персонажа. Нужно лишь подобрать кадр и загрузить его на сайте в разделе фотоконструктора. Алгоритм тут же выдаст схему сборки. Возможности конструктора безграничны. Выбор картинки остается только за вами. Размер пазла вы тоже выбираете сами. В каталоге есть три черно-белых варианта и два цветных с разным количеством деталей. И чем больше набор, тем детализированнее получается картинка, которая отчетливо впишется в любой интерьер. Если вы ищете подарок близкому человеку, советую остановиться на этом конструкторе. Именно с ним вы подарите увлекательный досуг и возможность создать неповторимую деталь интерьера в стиле пиксель -арт. Переходите по ссылке в описании, заказывайте фотоконструктор со скидкой 20% по моему промокоду след. А пока вы выбираете набор Мазабри к себе и любимым, мы вернемся к сегодняшней истории. Денис Викторович Евсюков родился в Москве 20 апреля 1977 года. Известно, что детство его было непростым. Мальчик появился на свет раньше срока и долгое время находился в баракамере. Денис рос слабым и капризным, а в раннем возрасте получил несколько черепно-мозговых травм. Вероятно, последствием их стало то, что Евсюков периодически испытывал сильные головные боли, а также имел некоторые проблемы с психикой. Мальчик стоял на учете в московском психиатрическом диспансере номер 6, а в 12 лет и вовсе проходил там стационарное лечение. По некоторым данным, специалисты поставили ему диагноз «патологическое развитие личности из круга мозаичных психопатий на органическом фоне». В школьные годы Евсюков постоянно раздражался, устраивал истерики и плакал, даже в старших классах. Основную программу Денис усвоить не мог, поэтому учился по упрощенной. Ну а в девятом классе подростка и вовсе освободили от экзаменов из-за церебростенического синдрома. Однако все это не помешало ему в будущем получить профессиональное образование. Кстати, первое образование юноши не было связано с правоохранительными органами. Сразу после школы он поступил в ПТУ на реставратора. При этом параллельно с обучением Евсюков занимался в секции рукопашного боя и посещал клуб юных десантников. Денис мечтал попасть на службу в десантные войска и даже успешно прошел медкомиссию, что на фоне вышеозвученных проблем звучит довольно удивительно. Но в армию его не отпустил отец, предложивший сыну альтернативный вариант. В 1995 году, когда Евсякову исполнилось 18 лет, он пошел работать в милицию, куда устроился без особых проблем. С 1998 -го года Денис перешел на службу в криминальную милицию Южного административного округа Москвы, где занял должность оперуполномоченного. При этом параллельно с работой работой в органах, Евсюков продолжил получать образование. В 1999 году он окончил в заочное отделение Московского юридического института МВД по специальности «Правоохранительная деятельность». В институте о нем отзывались как о положительном, дисциплинированном, вежливом, даже психологически устойчивом человеке. В конечном итоге Денису Евсюкову удалось дослужиться до майора и занять высокую должность начальника ОВД Царицына. Ее он получил в 2008 году. Наверняка вас, как и меня, смутил тот факт, что Евсюков не просто служил в милиции, но и находился на достаточно серьезных должностях, несмотря на свои психические проблемы. Все дело в том, что, как уже говорилось ранее, мужчина пришел в эту сферу по настоянию отца, высокопоставленного офицера милиции Виктора Евсюкова. Тот, в свою очередь, по некоторым данным, был хорошим знакомым генерал-полковника МВД Владимира Пронина. Столичная карьера Пронина началась с должности начальника ОВД Юго-Восточного округа Москвы в 1997 году. Затем он успел побывать начальником Главного управления внутренних дел города Москвы, советником первого вице-премьера Москвы и даже вице-президентом государственной корпорации «Олимпстрой». По одной из версий, именно Пронин помогал Виктору Евсюкову с продвижением по службе и, возможно, его сыну Денису тоже. Но в некоторых источниках Евсюков-младший и вовсе прямо упоминается как выдвиженец Пронина. Сам же генерал-полковник всегда опровергал факт личного знакомства с семьей Евсюковых, отрицал это и Виктор Евсюков. Денис добился всего своим трудом, а не так, как писали СМИ, заявлял он. Впрочем, возможно, это и так. Руководство Дениса Викторовича не находило в его работе значительных минусов. Наоборот, он считался хорошим оперативником, на счету которого были десятки раскрытых преступлений. В свое время Евсюков был награжден знаком «Лучший сотрудник криминальной милиции», а в 2005 году ему даже вручили медаль «За отличие в службе». Однако его сослуживцы по ОВД Чертанова Южная порой замечали в личности майора кое-что тревожное. Так, однажды в компании он признался, что мог бы убить человека, если тот этого заслуживает. Ходили слухи о причастности мужчине к жестокому обращению с задержанными, однако никаких доказательств этому нет. Но ну, а часть подчиненных выводы Царицына, где майор стал начальником в 2008 году, и вовсе протестовала против его назначения на должность. На протяжении всего времени работы в органах Евсюков проходил ежегодные психологические обследования. И каждый раз специалисты заключали, что мужчина уравновешен, коммуникабелен и настроен на позитив. А вот знакомые вспоминают, что с каждым повышением он становился все более несдержанным со своими подчиненными. При этом работа его сильно затягивала, оставляя все меньше времени на личную жизнь. На момент событий, о которых сегодня пойдет речь, Евсюков был женат на одной из главных красавиц Москвы, Каринета Наконян. Она же Карина Резникова, экс-участница запасного состава группы «Стрелки» и участница группы «Перестрелки». Женщина признавалась, что после очередного повышения супруг стал все чаще задерживаться на службе, приходил домой поздно, становился все более замкнутым и вспыльчивым. Как следствие, Ирбрак стал трещать по швам. Одна из последних крупных ссор бары произошла накануне празднования дня рождения Ивсюкова в апреле 2009 года. В само торжество же, 26 апреля, супруги не конфликтовали, но и особо не разговаривали друг с другом. В тот день семья майора собралась в ресторане. Родители Дениса вспоминали, что тот выпил 5-6 рюмок водки по 50 грамм, но речь его оставалась внятной, походка относительно уверенной. Вот что вспоминал о том вечере Танаканян. -то Пили мы в тот день немного, все были веселые. О праздновании я узнала за день, приехала с опозданием на 40 минут. Денис был взволнован из-за этого. После празднования в авиньоне мы поехали в Голден Тайм. Там Денис был какой-то заторможенный, хотя выпил всего рюмку. К нему подошел какой-то человек. Они поговорили, после чего Денис пошел в туалет. По дороге упал. Мы его подняли, и я предложила поехать домой. Родители Евсюкова отмечали, что между застольными разговорами он то и дело звонил на работу чтобы проверить наряды и дать новые указания дежурному. И несмотря на общую атмосферу веселья, становился все более взвинченным, иногда уходя в себя. Первыми ресторан тот вечер покинули родители. Майор проводил отца и мать до дверей, сказав на прощение, что завтра у него на работе будет очень ответственный день. Сам именинник вместе с супругой покинул заведение лишь после ухода последнего гостя. За руль сел это на коня. Женщина вспоминает, что Денис всю дорогу молчал, но несколько раз прорвался открыть дверь и переключить коробку передач. Эти спонтанные выходки вывели Карина из себя. Она начала кричать на мужа, а тот лишь ответил «Спокойно надо себя вести, спокойно». До самого дома пара ехала молча. Там между ними сохранилась напряженная атмосфера. Женщина сразу отправилась в спальню, а Евсюков остался в коридоре. Коренная кликнула мужа и сказала, чтобы тот шел спать. Мужчина ответил, что сейчас ляжет. А когда через 20 минут Танаканян конян выглянула в коридор, то увидела, что Евсюков надевал куртку. Выражение его лица было каменным. Майор подошел к зеркалу, поправил галстук и собрался выходить из квартиры. Карина попыталась его остановить, но мужчина лишь молча отодвинул ее в сторону и ушел. Позже, в июне 2010 года, женщина поделилась с журналистами совсем другими подробностями того вечера. Теперь Карине рисовала образ не совсем адекватного супруга. То он прошелся по подаркам в коридоре, то разговаривал с цветами в комнате. На часах уже была полночь, когда Карине набрала родителей Евсюкова и сказала, что тот странно выглядит и ведет себя. Встревоженный отец пытался дозвониться сыну по мобильному, но тот лишь сбрасывал звонки. Ни Карине, ни родители Евсюкова в ту ночь не смогли отыскать мужчину. Тогда они еще не подозревали, что майор ушел для того, чтобы совершить одно из самых странных и страшных преступлений в криминальной истории Москвы. Итак, что происходило после того, как майор ушел из дома? Около половины первого ночи на такси Евсюков подъехал к дому номер 38 по Борисовскому проезду. Ничего не подозревающий 35-летний водитель Сергей Евтеев, который подвез милиционера, остановился и ожидал, когда пассажир покинет салон. В какой-то момент в авто прозвучали шесть громких выстрелов. Сергей выбежал из машины и перебежал дорогу. Там он рухнул на газон. Мужчина получил тяжелые огнестрельные ранения, от которых позже скончался. Следом Шевроле де Ланос покинул и сам стрелок. На нем были брюки, пиджак, белая рубашка с золотистым галстуком. Этот наряд остался с вечернего празднества. Поверх Евсюков накинул форменную куртку сотрудника милиции. Мужчина также взял с собой из дома плащ с погонами, форменную рубашку и галстук, но решил оставить все это на заднем сиденье. С собой он захватил лишь удостоверение и пистолет Макарова. Пройдя через Яблоневый сад и дворы к Шипиловской улице, около дома номер 46 майор выстрелил в случайных прохожих, влюбленную пару Антона Кондакова и Евгению Самородову. Молодые люди не подозревали, что их свидание той ночью закончится тяжелыми ранениями. Около часа ночи стрелок оказался возле гаражного кооператива Зябликова. Там на встречу убийцы попался Сергей Лавриенко. Прозвучал выстрел. К счастью, в этот раз Евсюков промазал. Пуля застряла в ботинке мужчины, и тот смог убежать прежде, чем майор решил выстрелить еще раз. Немного погодя, Денис оказался у супермаркета «Остров». Все по той же Шипиловской улице. На входе стояла группа юношей и девушек. Стрелок открыл по ним прицельный огонь. К сожалению, среагировать успели не все. Четыре человека получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших 18-летняя Илья Герасименко, 19-летняя Луиза Мухидинова, 18-летняя Ольга Беднова и Елена Лена Дудаль. Среди людей, стоявших у маркета и общавшихся с молодежью, были и сотрудники милиции Козленко и Пшеничников. Именно они в час 06 позвонили своим коллегам дежурным и вызвали подмогу. Евсюков не стал задерживаться на крыльце. Зайдя в магазин, он увидел у аптечного киоска 27-летнего Сергея Тюхтя и его девушку Надежду Полбину. Майор выстрелил молодого человека, попав ему в челюсть, а девушку взял в заложницы. Все очевидцы в дальнейшем делились жуткой деталью. Все свои зверства мужчина совершал с невероятным спокойствием на лице. Прикрываясь надеждой, Евсюков пробрался в продуктовый отдел. В этот день ночную смену на кассе работала 30-летняя уроженка Киргизии Эльмира Турдуева. Майор прицельным выстрелом попал женщине в шею. Эльмира упала под кассу и скончалась на месте. Денис продолжал тащить заложницу сквозь магазин и угрожать ей. В этот момент в зал вошел грузчик Алимерзуев. Евсюков наставил на него пистолет и скомандовал лечь на пол. «Чего это я буду ложиться?» – получил в ответ стрелок. Тогда милиционер нажал на курок, но произошла осечка, и пока он перезаряжал пистолет, Надежде удалось вырваться и добежать до укрытия. В это же время грузчик побежал к охранникам и нажал на тревожную кнопку. Милиционер не стал догонять полбину. Вместо этого он раз за разом, перезаряжая пистолет, стрелял в разные направления, не особо куда-то целясь час одиннадцать Евсюков зашел в подсобку, где скрывались женщины сотрудницы магазина и покупательницы. Одна из них была с маленькой дочкой. Кто-то успел ускользнуть во двор, но ворота, ведущие на улицу, были закрыты, и в отчаянии люди полезли по пожарной лестнице на крышу. Вслед за ними во двор вышел и сам майор. Он начал кричать на женщин, направляя на них оружие и угрожать расстрелять всех до единой. Евсюков крикнул о шарашенной толпе. «Самое красивое! Выходи!» Затем изверг взял одну из них, подвел к бетонной стене и приставил пистолет к ее виску. А теперь по посмотрим, есть ли у тебя мозги», — хладнокровно произнес милиционер. В это время к Маркету уже прибыл наряд милиции. Мы въехали во двор как раз в ту минуту, когда он под дулом пистолета выводил из подсобки женщин и расставлял у стены. Осветили двор фарами и приказали бросить оружие. Вместо ответа он начал стрелять в нас. Мой напарник Сергей Монахов прыгнул в мусорный бак, а я спрятался за угол. Началась перестрелка. Вспоминал старший сержант Алексей Контиев. В это время к месту событий прибыла вторая патрульная машина, в которой находился командир роты ППС 31-летний Андрей Бородич. Тогда Евсиков скрылся в темноте, и заложники смогли убежать в безопасное место. Начались поиски преступника, но ни во дворе, ни на крыше острова его поначалу не обнаружили. Тогда милиционеры принялись повторно обыскивать местность. А когда Бородич проходил мимо сваленных ящиков, раздался выстрел. Бородич был без бронежилета. Как его пуля не срезала, просто чудо. Андрей мгновенно среагировал, метнулся на выстрел в темноту и с первого же удара выбил пистолет из рук Евсюкова. Завязалась борьба. Убийца отчаянно сопротивлялся, но втроем мы его скрутили, надели наручники. Андрей Федорович, когда отдышался, только тогда сообразил, что был на волосок от смерти. Евсюков, кстати, на вид был не особо пьяный, но взгляд его был совершенно бессмысленный зверский какой-то. Он ругался, орал, убью, пересажаю. Но мы тогда не поверили, что он милиционер, завершил рассказ Алексей Контиев. За проявленную смелость Бородич, Монахов и Кантиев позже были представлены к награде. В отделе Евсюкова сразу же заставили дыхнуть волкотестер. Прибор зафиксировал 2 промилле алкоголя. Такой показатель достигается, если выпить чуть больше полулитра водки. Могло ли такое количество алкоголя стать спусковым крючком для психики стрелка или на него повлияло что-то иное, предстояло выяснить экспертам. А пока в отделе начались тщательные допросы и выяснение обстоятельств трагедии. На допросе майор признался, что осознает совершенное им убийство, а на вопрос откуда у него оказался вовсе не табельный, а пистолет, он ответил, что для опера достать ствол не проблема. Тогда его решили спросить, что сделал бы Евсюков, будь у него автомат, было бы веселей, хладнокровно ответил стрелок. Милиционеру Кантиеву на вопрос, почему он сам не застрелился, Евсюков ответил, что это дурак что ли стреляться. Вскоре вокруг орудия убийства образовалась отдельная детективная история. В ту ночь Евсеков был вооружен пистолетом Макарова калибра 9 мм 68 года выпуска с номером ШИ 3192 объявленным розыск северо-кавказским УВД еще в 2000 году. Сначала майор пытался убедить следствие, что пистолет принадлежал его первой жертве, водителю Сергею Евтееву. Якобы между ними вспыхнула ссора, и Евсюкову пришлось отобрать пистолет, чтобы защититься. В интервью московскому комсомольцу адвокат потерпевших Игорь Трунов рассказал об экспертизе на наличие отпечатков пальцев Евсюкова на пистолете, его обойме, неиспользованных патронах и гильзах. И что удивительно, по ее результатам от Печатки подозреваемого нигде обнаружены не были. Впрочем, не было обнаружено на них и следов убитого им Евтеева. Как такое возможно было проделать с вещдоком, адвокат Трунов не понимал. Он поделился двумя версиями. Либо пистолет подменили, либо кто-то хорошо позаботился о том, чтобы стереть все улики с орудия убийства уже после задержания майора. Первая версия разбивается о результаты баллистической экспертизы. Она показала, что выстрелы были сделаны именно из этого Макарова. Но в таком случае кто и главное зачем стер отпечатки пальцев с оружия неизвестно. То, что пистолет был краденым, подтвердил бывший заведующий складом вооружения Северо-Кавказского ВД на транспорте Константин Копченко от бывшей 8 летний срок за кражу оружия. Майор Копченко крал оружие в период с января по май 2000 года, и Макаров, из которого Евсюков стрелял в ту ночь, мог быть одним из 114 похищенных им пистолетов. Похищенные из помещения охраны оружия пистолеты и автоматы сбывались членам чеченской ОПГ, а те реализовывали товар в Дагестане. Но как именно пистолет дошел до Евсюкова, Копченко не знал. Как вариант, он мог забрать краденный ПМ себе после ареста некоего преступника или же присвоить себе во время обысков по одному из уголовных дел. В ходе Проверки ОВД Царицына, которой возглавлял Евсюков, тоже была выявлена недостача 13 единиц оружия. Позднее, 7 мая 2009 года, по этому делу задержали бывшего заместителя по вооружению Алексея Сафонова, которого за несколько лет до этого уволил сам майор убийца за нарушение дисциплины. Некоторые источники полагают, что через Сафонова Евсюков сбывал неучтенное оружие, изъятое при задержаниях. Возможно, что среди него был и тот самый пистолет Макарова. В ходе допроса Евсюков рассказал, что 26 апреля у него с собой было 45 патронов. Три пачки по 15 штук. Но любопытно другое. В результате запроса на Тульский оружейный завод выяснилось, что патроны, которыми Евсюков расстреливал людей, поступали на баланс ГУВД Москвы и Генпрокуратуры. Как сообщили нам в МВД, там пропажу патронов не обнаружили. Значит, патроны пропали из Генпрокуратуры, заявил журналистом адвокат Игорь Турнов. Что касается мотива преступления, то, как это ни странно, даже спустя 13 лет он до сих пор не ясен. При поступлении в отделение Евсюков находился в средней степени опьянения. Вершие с влиянием на него алкоголя поддержали прокуратуру и суд, хотя если водка и сыграла свою роль, то скорее всего стала триггером, нежели причиной преступления. Позже в некоторых источниках появилась информация, что в крови у майора был обнаружен психотропный препарат фенни под воздействием которого он якобы мог совершить преступление. Нашелся даже участник празднования дня рождения майора, который на условии анонимности признался, что якобы подмешал имениннику запрещенные вещества. Об этом рассказал журналист. Правозащитник Игорь Смыков. Мой информатор вышел на одного гражданского товарища, который присутствовал на том самом злополучном дне рождения Евсюкова, после которого майор отправился убивать людей. Я прослушал детективную запись, где штатский признался, что это он подмешал майору в бокал львиную дозу психотропного препарата. У меня на руках нет этих документов, но мой информатор попросил меня выйти на адвоката Евсюкова. Он готов предоставить эти свидетельства за определенную сумму. Считаю, в данном случае Евсюкова попросту подставили. В таком случае вещество могло вызвать приступ агрессии, когда Евсюков убил водителя такси и его понесло, и он уже не смог остановиться. Но если честно, выглядит эта версия совсем неубедительно. Сам Евсюков настаивал, что его поступок связан с психическим расстройством, которое выявили у него еще в детстве. Само же преступление, как уверяет майор, он не помнит, точнее помнит местами, но сами убийства совершенно стерлись в памяти. В психиатрической экспертизе также отмечено, что майор находился в состоянии аффекта на момент совершения преступления. При этом судебно-психиатрическая экспертиза все же признала бывшего начальника УВД района Царицына вменяемым. Непосредственным толчком к правовой расправе также могли стать семейные проблемы. Об этой версии говорил даже председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. И в семье тоже были проблемы. В тот день между ними, супругами, произошла ссора. Всплеск от накопившегося комплекса привел к тому, что он пытался таким безумным действием выплеснуть напряжение. На вопросы о произошедшем убийстве нескольких человек все Заплакал и стал рассказывать о сложной личной жизни и о проблемах во взаимоотношениях с женой и тестем. А на вопрос, почему он не покончил жить самоубийством, отвечал «пусть меня судит суд, мне дадут лет 25». Значилось в протоколе. Жена Евсюкова, коренная, при этом была не согласна, что причиной трагедии стали проблемы в семье. Она почти сразу начала отрицать, что критиковала мужа за работу, и что они вообще ссорились накануне или в день преступления. Но учитывая популярность Танаконян в сфере шоу-бизнеса и неустойчивый характер Евсюкова, который вполне мог породить больную привязанность и собственничество со всеми негативными последствиями, сложно поверить женщине на слово. Вообще стоит отметить, что женщина сходу серьезно взялась за дело и стала выстраивать линию защиты супруга. По поводу личных взаимоотношений Карина отвечала. Не собираюсь и не буду разводиться с Денисом. Я до сих пор люблю своего мужа. Хотя я уже привыкла, что никто не верит в искренность моих чувств. Думают, если я раньше пела в группе «Стрелки», то это все. Значит, меня нашли на Тверской. Никто не верит в святое и прекрасное. А я ничего никому доказывать не хочу. Первое время то наконец собиралась ждать мужа из тюрьмы и даже родить ему наследника. Но забегая вперед, скажу, что через несколько лет она с ним все же развелась. А 20 июля 2013 года повторно вышла замуж за представителя шоу-бизнеса Дмитрия Васильева. Но еще раз вернемся к событиям той апрельской ночи. Возможно, что Евсюков выбрал супермаркет «Остров» не случайно. Ранее милиционер работал на территории, где располагается супермаркет участковым. Как следует из материалов дела, майор неоднократно совершал разбойные набеги на этот магазин, пользуясь своим положением. Об этом следствие рассказала управляющая магазином, которая вспомнила Евсюкова, увидев его на первых полосах газет. С ее слов Денис мог прийти в «Остров», набрать тележку продуктов и уйти с ней, не оплатив. Сотрудникам магазина, которые пытались его остановить, мужчина угрожал. При этом физически ему препятствовать боялись. Все-таки он был сотрудником правоохранительных органов. 28 апреля, через день после убийств, генерал Пронин, упоминавшийся ранее предполагаемый покровитель Евсюкова, был отстранен от должности руководителя ГУВД Москвы указом президента Российской Федерации. В документе было обозначено, что он оставил пост по собственному желанию. В те дни руководящих должностей лишились еще несколько человек действий или бездействия которых привели к трагедии. Расследование уголовного дела шло почти год, пока 19 февраля 2010 года московским городским судом майор Денис Евсюков не был приговорен к пожизненному заключению за убийство двух лиц, а также покушение на убийство 22 человек, семеро из которых получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Также он должен был выплатить пострадавшим компенсацию на общую сумму 600 тысяч рублей. Его адвокаты пытались обжаловать приговор, но Верховный суд РФ отклонил их жалобу. Евсюков же признал свою вину, но лишь в той части событий, которая была непосредственно зафиксирована камерой магазина. После вынесения приговора Денис Евсюков был направлен в Ямало-Ненецкий автономный округ, в исправительную колонию «Полярная сова». Майор-убийца содержится в двухместной камере и неохотно общается с другими заключенными. Известно, что в свободное время он любит рисовать и читать книги. Сотрудники колонии характеризуют осужденного положительно. В тюрьме Евсюков старается поддерживать связь с родственниками. Его отец регулярно приезжает на свидание к сыну, хотя от поселка Харп, который находится за полярным кругом на Москве, путь составляет более 2000 километров. Известно, что в 2016 году Евсюков переехал в камеру с евроремонтом в качестве поощрения за отсутствие замечаний со стороны администрации колонии. А также то, что в последние годы психическое состояние заключенного начало ухудшаться. В июне 2018 года Евсюков начал писать письма руководству тюрьмы и страны с просьбой расстрелять его или отправить в Сирию для участия в военных действиях. Но на все подобные просьбы теперь уже бывший майор получил отказ. Дело Евсюкова заняло особое место в криминальной истории современной России и даже привлекло внимание за рубежом. Образ кровавого майора настолько впечатлил общественность, что он стал прототипом ряда киноперсонажей, например, в «Ментовских войнах», «Глухаре», и даже картине Юрия Быкова под названием «Майор». Но самое главное, инцидент с Евсюковым подтолкнул департамент кадрового обеспечения ВДРФ на ряд проверок. В результате проведенного ими тестирования было выявлено 520 начальников с неадекватным стилем руководства и почти 2000 с серьезными психологическими проблемами, в том числе психопатией. Из них две трети надо сразу увольнять, а оставшимся оказывать экстренную психологическую помощь. Только тогда их можно оставлять на службе, но давать в руки оружие ни в коем случае нельзя. Поделился психиатр-криминалист Михаил Виноградов в далеком 2010 году. Тогда в СМИ появилось несколько материалов о том, что Министерство внутренних дел взялось за улучшение качества психологической работы сотрудниками и устранение недостатков организации. Однако вопрос о том, насколько оказались эффективными действия МВД спустя время, я оставлю открытым. Ну а на сегодня на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на наш телеграм-канал с актуальными новостями из области криминала и берегите себя и своих близких.